Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это плейлист покупки, и сегодня я покажу, что я купила. Как бы немного, вышло где-то на, по-моему, на 40 лет. Взяли вот такие вот кексики с, получается, с бананом. Поп-кек. Ну, фирма Эппи. Вот такие кексики. Дальше мое любимое молоко. Фирмы Пинар. Вообще супер. Оно очень классное. Дальше взяла, попробую, такая, как бы, ну, такая панировочная штучка. Идем дальше. Вот такие вот панировочные взяла. Ну, чтобы курочку обвалять в них. Прямо показано, как делать. Пошагово просто. Надо посмотреть, в общем, как-то так надо развести на воде. В общем, я гляну, тут показано, как делать. В общем, если буду делать, покажу. Взяла такие вот сыр Пинар. Слушайте, правда, тут есть нечего. 4 штучки, 2,75. Просто обдираловка. Надо до Микроса доехать и купить нормальный уже сыр, где 53 штучки. Тут вообще, конечно, есть нечего. Это чисто вот на 8 дней мне. София мне взяла 2 такие соды. У меня сзади яблоки, апельсины. Это муж принес и свекор. Яблоки вчера свекор принес. Такую же взяла соду. Взяла фирмы Улкер сливочное масло. Кашу я делаю. Сегодня кашу делала. Вот. Очень вкусная, кстати. Более или менее недорогое. Взяла вот, проект говорила, типа кремовый такой сыр плавленый. Но он, я потом, ну вы видели, он такой белый. Я могу даже сейчас открыть без проблем, как бы. Видите, он такой вот, ой. Вот такой вот. Ну, прикольный. Ну, как крем-сыр вот, белый почему-то. Вот интересно. Мужу взяла вот такой вот Улкер. Халлей, он любит такие вот печеньки шоколадные. Вечерами с этим, со спрайтом. Я просто помылась, вы не обращайте внимания. И взяла Софии вот такой вот Kinder Joy. Там игрушка, с одной стороны идет шоколад, а с одной стороны идет игрушка. По-моему, с этой стороны шоколад, а вот с этой игрушка. Что-то она такая твердая. Все, и взяла еще курицу. Я извиняюсь. Курицу взяла. Вот такую вот курицу обычную. Сколько она стоила? 9 лир. Вот. Это получается... Господи, как это называется-то? Филе. Филе куриное, в общем, вот. И чек. А, еще жвачку она выпросила, но я ее... 37 лир. Что взяла? Вот, так что вот такие вот покупочки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам будут такие нравиться видео, я буду обязательно делать. И то, что мы покупаем на рынке. Ну, буду, конечно, стараться не повторяться что-то. Иногда, конечно, будет какая-то продукция повторяться. Вот. В общем, пишите, ставьте лайки. И, ну, я буду понимать, что... Такие видео надо делать. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео. И всем хорошего настроения. И пока-пока.